Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норбу. У кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. У меня самая легкая миссия, которая может быть, только быть, это забрать вещи из шкафчика. Но у нас схватил анклав. И анклав от меня каких-то хочет непонятных сведений. Плюс, я не знаю, что с моей собакой, меня это тревожит больше всех на свете. Так, давай забираем все, что есть. Да, это, смотри, это все мое. Я это все узнаю, взять все. Так, выполнено. Забрать вещи. Получить аудиенцию у президента Эдема в его кабинете. Так, ну я голый. Давай оденем все вещи анклава, кстати. Может, это как-то мне даст какой-то стимул. Помощь. Так, оружие. Что возьмем? Чтобы быть крутыми. Можем взять, кстати, их же автомат. Давай их возьмем, плазменный пистолет. Типа такие мы. Полностью под анклав косим, да? Так, открыть дверь. Где моя собака? Рассказывай. Так, цел, чел, кел, 4. Да, у них тут красивые, крутые технологии красивые. А ну стой. Твое место в камере, никуда ты не пойдешь. В соседней комнате весь личный состав охраны. Как только я их позову, ты отправишься обратно в камеру. Если нужно, вперед ногами. Так, слушай, мне нравится второй вариант, но я хочу красноречие использовать. Вообще-то ваш Эдем сам не дал полномочия, так что ты сейчас просто в шаге от того, чтобы потерять свое офицерское звание. Давай красноречие. Я не буду слушать твой бред, заключенный. А ну марш на место. Так, ладно, я просто медленно уйду отсюда. Никуда ты не пойдешь. Охрана! Ой! А чё этот Эдем-то, дурачок? Ой, мужики, здорово. А чё такие злые-то? Вы чё? Получи. Вот и всё, одного нет. Я не ожидал такого тёплого приёма. Натан? Натан? А он тут откуда здесь? Это же этот из Мегатонны, который там поклонник был этих... Там еще говорил, это бабка, мой чокнутый муж. Да, это же он. Натан, ты меня удивил, ты куда удрапал? Внимание всему персоналу Raven Rock. Говорит ваш президент. Я пригласил нашего гостя из убежища 101 в мой кабинет. Расширяю схему поиска. Не задерживать его. Видимо, смылся. Спасибо за сотрудничество. Вижу цель, открываю огонь. Натан, ты чё? Как ты тут попал? Беги, пока можешь! Да подожди ты, Натан, ты чё? Они не те, за кого себя выдают. Беги отсюда, пока можешь, пока они не добрались и до тебя. Натан! Они не те, за кого себя выдают. Беги отсюда, пока можешь, пока они не добрались и до тебя. Только вот этот дурачок, получается, пострадал, да? Почём зря. Натан, да ты успокойся. Они не те, за кого себя выдают. Беги отсюда, пока можешь, пока они не добрались и до тебя. Ну ладно. Так, а это... Ух ты, офицер анклава. А тебя-то кто убил? Странно. Он тоже мертвый. Натан, так я тебя спасти хочу. Если у тебя встреча с президентом, иди к нему. Не подходи ко мне. То есть был такой злой, брутальный, да, такой идешь. Вообще красавец. Ух ты, нифига себе. А, это 3А, я подумал, сектор за. Нифига у них тут как все модно, смотри. 2С, 1С, 1Б. Я даже не знаю, куда идти. И где по карте это я нахожусь вообще? Ну-ка, карта мира как-то... А, это вообще... О, ё-моё. Это прям вообще непонятно где. Так, сюда. Смотри-ка, у них тут столовка есть. Внимание! Говорит полковник Отом. Настоящим приказываю игнорировать предыдущий указ президента. Заключенного из убежища 101 приказываю уничтожить на месте. Повторяю, уничтожить на месте, не пытаться задержать. Это приказ. Ты слышишь, вы что такая у вас власть-то какая-то непонятная?
Меняйте свои приказы просто прям как нифиг делать. То есть все-таки деремся, да? Мужики, ну вы сами виноваты. Все, слетел. Не, пистолет, конечно, это плазменный, прямо штука классная. Макарона сын, плазменная мина, импульсивная мина. Столько технологий, просто обосраться. Так, макароны, все, беру. Так, сундук. Забрал. Ух ты, сколько еды-то, ё-моё. По сути, это аптечки мои. Большая бутылка виски. А неплохо они тут живут, слушай. Я только не понимаю, почему они, правда, враги-то? Ну, хотят они восстановить заново какое-то государство, миропорядок. Почему их всех как-то там, не знаю, почему они всем враги выбрали? Ну, живут там на пустоши какие-то бичи. Ну, объясните им свои, как бы, какие-то эти принципы, задачи, цели. Чего воевать-то? Или нет? Рабочее кресло. Могу сесть, кстати, потусить. Ну, давай сохранюсь. А как сюда дед из мегатонны попал? Я ума не привожу. Вот как он, правда, сюда попал? Так, я правильно иду, нет? Ну-ка. Карта местности. Ну, типа, вроде да. Хотя там я не все обыскал. Ну и какая-то база у них такая, весьма... Интересно, я бы сказал. Нифига себе! Мужики, это ваши ученые, офигеть! Ой, да ты-то, погоди! Меня попали! Тихо, беру пюре. У меня много пюре, так что готовый обед раз, готовый обед два. Картофельные чипсы, так, кексы. Сейчас это все съем и веса сброшу. Макароны, мясо от тараканов, наливные яблочки. Очищенная вода, пакет крови. Слушай, классно. Пюре быстрого приготовления. Свинина с бобами. С бомбами. Капец тебе влезает. Все, вроде все съел. Так, ты. Президента. Да какого президента? Ты о чем? Все, вот красавчик. Так, у тебя есть плазменная винтовка. Броня Тесла меня не интересует. А вот плазменную винтовку я заберу. Свою мне надо починить. Так, патрон с картечью забирал. Сервера у них тут круто. Возможно, незаконное проникновение. Веду поиск. Да кто там ведет поиск? Ты о чем? Какая угроза? Вы о чем? Я пришел с миром. Точнее, вы сами меня сюда привели. Так, оружие. Оружие, смотри. Получается, что мы чиним? Так, это мы не можем, это мы не можем. Так, китайский автомат, кстати, да, давай починим. Так, тут у меня кто? Лазерная винтовка, чиним. Лазерный пистолет можно продать, у меня есть его аналог, который круче. Так, плазменная винтовка, вот. Плазменная винтовка теперь у меня тоже жарит не по-детски. По-хорошему бы еще бы найти парочку, чтобы подчиниться. Цель может быть в зоне досягаемости. Да ты успокойся. Ой-ой-ой! Понял вас. Понял, понял. Так, беру. Пиво, смотри, гасалкашка ходит. Так, тут, кстати, я не заметил. Топливо для огнемета. Металлолом, проводник, плитка. Что за плитка? Батарея. Это фигня. Так, а это что такое? Пентаты, карандаш. И аптечки забыл. Не, базу эту надо прям хорошо обчистить. Тут прямо смотри, какие-то всякие непонятные типы. Гули. Не, у них тут технологии, они тут изучают. Поэтому я как бы не понимаю, почему я с ними как бы в контрах, и они почему со всеми в контрах. Такие технологии, ну как-то в мире надо жить, я не знаю. Вон какие у них это. И тем более как-то же в их организацию вступают.
Кто там отступает? Все чисто. Здесь никого нет. Женский голос какой-то. Ты кто? Возвращайся к обычному патрулированию, я тут при чем? Все назад. Да кто ты, где? Отходим на перегруп... все чисто, здесь никого нет. Все назад. Отбой тревоги. Кто все здесь? Назад. А, это эти? Ой-ой-ой, с потрошителем, ты серьезно? Вот и все. Ой! Кто там? А, ты вот этот дурачок. За гражданским не прячься. Все, готов. Не, ну эти на меня не агрятся, я их бить не буду. Как бы я же это... Защитник угнетенных, там все дела. Так, помощь, смотри, что еще могу сделать. А, виски, нет, виски пить не будем, квантовую не будем, пиво не будем. Ну давай тоже, получается, стимуляторы хлопнем. Так, потрошитель. Силовая броня анклава, ну это фигня, шашлык из белки забираем. Отступаем. Так, ты кто такой? Броня Тесла, наливные яблоки, плазменную винтовку тоже забираю. Будем чиниться. А вот ваши эти роботы-шпионы анклава, которые повсюду бегают. Какая-то ракета. Мужик, дай поговорю с тобой. Ну, все назад, так назад. Силовой кастет, нифига себе. Урон 15. Прикольно. Не, у них тут прикольные технологии, вообще прикольные. Так, это кочерыжка валяется. Так, мента ты забрал? Это фигня. Так, что у них еще интересного есть такого? Так, еще ящик, а это пусто. Жаль. Так, ну куда идти, пока не знаю. Карта... О, заметки. Пути караванов. А, ну все. Это мы читали. Так, карта мира, карта местности. Рэк уровень 3, а мне туда куда-то идти, понято. Типа туда и идем. Запутано. Так, плазменная мина, гранатометный выстрел забрал. Оружия просто вообще много. И давай, наверное, вот так сделаем. Сейчас еще, чтобы уж точно быть как наши любимые анклавщики, я вот починю еще раз. И возьму плазменную винтовку. Все, я готов. Держите меня, семеро! Вот такой красавец. Не, вот это вообще прям уж... Да, да не, я вас не трогаю, че вы? Отходим на перегруппировку. Вообще, смотри, это этот... Коготь этот. Я его только один раз встречал. Редкий монстр, наверное. Ой, это этот... Яугай. Ну смотри, они хотя бы какой-то наукой занимаются. То есть я у этих был бичей, у паладинов стали. Они даже про мутантов ничего сказать не могут. Эти, смотри, тут изучают их в колбах. Я прям ими восхищен по-хорошему. Все красиво у них, чистенько. Чего воюют? Это, кстати, их базы, эти передовые, которые они высаживают. Это, получается, какой-то пункт материально-технического у них тут. Снабжение. Они тут, получается, вот всякие свои дела тут делают. Так, это беру. Ой, сколько ящиков, ё-моё. Ну, если там эти планшеты дебильные, то они бесполезные. Ну, нет, батареи попадаются. Это, я так понимаю, какие-то личные ящики солдат. Все куряги. Так, микроядерная батарея, молодец. Электронный заряд, молодец. Это фигня. Не, ну я все обыщу, я такой. Дотошный. Так, это все пусто, понято. Так, тут никого нету.
Так, еще ящик. Гранатометных выстрелов тоже понабрал просто дохренище. Так, карта местности. Не, ну прикольно. Так, маленько попью. Вот Эдем, а. Гад. Сам позвал меня. И сам... Нет, там какой-то у них бунт на корабле случился. Ой, здорово, мужики. Есть. А какая-то броня у тебя другая, слушай. Нифига себе выкашиваю. Просто как нифиг делать. Так, эту, слушай, отключи как-нибудь. Так, шкаф. Стелбойс. Ну, стелбойс я как-то и не пользуюсь. Так, тихо. Терминал управления барьером безопасности. Заперто средний. Но у меня наука на сотку. Ты чё? Я сейчас взломаю его. Ну, ё-моё. Сейчас я ваши эти технологии анклавские. Ну, ё-моё. Наука на 100, ты чё? Ты серьезно? Я не успокоюсь. Да, блин. Еще раз давай. Да ты издеваешься надо мной. Тут вариантов-то не так много. Отлично. Я уже думал, все, не попал. Думаю, уже как так? Так, видите пароль? Деактивировать барьер, все. Красавчик. Ну, это тоже для меня не проблема. Вы кого вообще... Уничтожение ЗАГС? Хм. Ментаты, бафаут, патроны. Вы кого вообще на себе на базу привели? Я же барыга еще тот. Я вот все обчищу. Ну, привели меня такие. Собаку мне... О, пупс. Пупс энергооружие. Вы нашли коллекционного пупса Волттек. Надпись на постаменте гласит: ключ к мирному урегулированию, военное превосходство. Ваш навык энергооружия отныне увеличен на 10 очков. Отлично. Как раз энергооружием пользуюсь. Так, здесь у меня ничего. И вот оно, вот оно. Так, ну это фигня. Фигня. Ну, такое себе, конечно. Конечно, это хорошо, но я думал... Что-то будет получше. Так, заметки. Уничтожение ЗАГСа. Я не до конца уверен, что Эдему можно доверять. И думаю, он знает, что я ему не доверяю. Но ему вряд ли известно, что я знаю аварийный код самоуничтожения для его консоли. Приоритетный доступ, код авторизации 420-03-29. И бабах! Это, конечно, на крайний случай. Но, по крайней мере, у меня есть такая возможность. Так, это какие-то политические игры внутри самого этого анклава. Понято. Ну, как обычно, в принципе. Везде какие-то свои интриги, свои, как бы, эти притязания и прочее-прочее. Так, тут что у вас? Ух ты! Карты стратегические. Не, мне у них тут нравится. Ой! А вы это? Мужики, вы меня стрелять не будете? Короче, у них тут какой-то бунт. Я попал во время бунта. Так, мужики, вы на меня не нападете? Хорошо. Я вроде бы пришел туда, куда надо было. Так, тут какие-то сервера. Да. И чё? А, вот... А, подожди. А, нифига тут как запутано. Офигеть. Так, еще выше. Опа. А, наконец-то мы встретились лично. Давно пора. Я очень доволен, что тебе удалось добраться сюда. Я не планировал такой путь, но он стал адекватным испытанием твоих способностей. Так,
Если у нас личная встреча, покажись, не прячься за монитором. Ну, давай первый вариант. Ха-ха, но я не прячусь. Я здесь, перед тобой. Так, наука. Тогда где ты? Ну, давай тогда науку прокачаем, да? Ты компьютер? Надо было сразу догадаться. Какая похвальная открытость мышления. Ты предпочитаешь принять реальность, вместо того, чтобы отрицать непонятное. Хвалю. Давай вернемся к нашим делам, хорошо? Есть несколько дел, которые мне хотелось бы с тобой обсудить. Так, ну смотрите, мы, короче, ему понравились первое. Так, я слушаю. Ну давай деловой подход, я слушаю. Столица нашей родины на перепутье. Путь, который мы с тобой сегодня выберем, определит будущее всей нации. Мне нужна твоя помощь, чтобы будущее нашей страны было в безопасности. Так, ну, как бы цель похвальная. Так, объясни, что ты имеешь в виду? Сейчас мои возможности влиять на мир ограничены. Я сам могу не слишком много. Но вот ты можешь приходить и уходить, когда захочешь. У тебя гораздо большая степень свободы. Возможно, мне лучше объяснить, почему изменения необходимы, и зачем я прошу тебя стать моим представителем. Так, смотри, но мне уже вариант не нравится. Почему? Потому что они же батю моего замочили, это же анклав замочил. Он со своими-то ребятами справиться не может, у него вон бунт на корабле. Поэтому что-то давай говори, так, говори, что хочешь сказать. Я как бы не хочу ему сильно тут как бы петь про то, какой он хороший. Давай просто по-деловому его выслушаем. Говори, что хочешь сказать. Нашу землю заполонили мутанты. Согласен, да. Война закончилась так много лет назад, а мы все еще страдаем от ее последствий. Мы не можем двигаться вперед, пока человечество не получит неоспоримого преимущества в мире. Чтобы его получить... Мы должны избавиться от мутаций, которые так долго нам досаждали. Эти супермутанты, гули, безобразные твари. Я полагаю, работа твоего отца подходит для этой задачи, как ничто другое. Ну, согласен, но только вы-то прямо гули-то есть как бы и адекватные гули. Так, я сделаю что угодно, если это... Значит, избавиться от мутантов. Работа моего отца, как она связана со всем этим? Не нравится мне это. Давай, да, второй вариант. Очиститель, который помог создать твой отец, может обеспечить чистой водой всю столичную пустошь. Небольшие изменения позволят распространить с водой вирус, который быстро уничтожит всех мутантов. Со временем мы избавимся от всех мутаций на пустошах, а добрые люди всего мира в то же самое время станут здоровее. Мне нужна твоя помощь, чтобы это случилось. Да, интересный такой тут выбор. В принципе-то по идее как бы, но они же тоже, можно их правду принять. Они, получается, хотят восстановить мир, который был до войны. Все, что сейчас я вижу и наблюдаю в этом мире, это, получается, вот эти все мутанты, гули, это же порождение, ошибка, по сути, человечества. Они там войну устроили, радиацию и прочее, прочее. Эти супермутанты, которые бегают по полям. То есть, по сути, по идее, они хотят, чтобы все очистилось, а все, кто чья ДНК не соответствует человеческой, те как бы самоликвидировались. Только получается, это автоматически означает, что самоликвидируются все гули, да, все вот эти фокс-мутант. Но это мутанты, с другой стороны. Я вот, честно, даже не знаю. С одной стороны, мне как бы и их идея... Я не вижу здесь какого-то такого криминала. Но они убили... Но они, получается, убивали... Зачем батю тогда мы его убивали? Я вот тоже... Зачем они тогда вообще воюют со всеми? Они воюют с людьми со всеми на этих пустошах. Если они за людей, анклав, почему они тогда с людьми-то воюют, и с мегатоннами, и, там, и со всеми остальными? Нападают просто без разбору.
Странно как-то. Вот как бы их слова просто расходятся с тем, что мы видим по игре. На меня зачем-то нападали. Когда изначально сказали бы, ну просто приди к нам, давай поговорим, такая-то есть мутка-замутка. А даже не со мной, изначально бы с батей бы поговорили бы. Зачем его нападать-то было убивать, я не понимаю. Или это типа его дуболомы офицеры не смогли нормально приказы его исполнить? Ну тогда получается, у вас дебильная организация, если вы не можете обеспечить исполнение приказов. И что хотите-то? Как именно мне нужно это сделать? Перед тобой пробирка с новым штаммом вируса ВРЭ. Помести ее в пульт управления очистителем. Таким образом, вирус будет поступать в воду, а остальное сделает очиститель. Тебе нужен лишь код, чтобы активировать очиститель. Все просто, не так ли? Так, выполнено. Получить аудиенцию президента Эдема в его кабинете. Взять пробирку с модифицированным вирусом ВРЭ. Я подумаю над этим. Я понимаю. Это необычная просьба, с которой я не стал бы к тебе обращаться, не будь она настолько важной. Прошу, пойми, что я не могу позволить тебе уйти, пока ты не возьмешь пробирку с собой. Так, знаешь что, я знаю твой код на самоуничтожение. Наука. Ты не можешь быть президентом, ты всего лишь выкидыш науки, ты должен умереть. Вот давай, да, давай сначала разберемся с их внутренней организацией. Зачем тебе нужна моя помощь? А почему не поручить это дело полковнику Оттому? Ах, да, полковник Оттом, мой верный подчиненный. Полагаю, тебе стало очевидно, что мы с полковником Оттомом в последнее время несколько не ладим. Ну да. Мы с милейшим полковником расходимся в вопросе о том, что делать с проблемой пустошей. Он считает мои методы слишком радикальными. Он позволил своей человечности заслонить высшую цель. А теперь, когда он публично отменяет мои приказы, я не могу на него полагаться. Поэтому я нашел тебя. Надеюсь, ты увидишь общую картину, поймешь, что поставлено на карту. И, разумеется, если ты добьешься успеха, для тебя найдется место в анклаве. Возможно, ты сменишь полковника на посту моего доверенного лица. Ну да. Да, прикольный предлагает, конечно, плюшки. Но это означает предать всех, с кем я до этого сотрудничал. И самое главное, наверное, предать тут, наверное, батю, который говорил, вода для всех, там ты альфа и омега, там начало и конец. Так. Так, а что ты можешь рассказать о себе? Я польщен тем, что ты хочешь узнать обо мне больше. О чем тебе рассказать? Так, откуда ты взялся? Выпуск компьютеров серии ЗАКС был начат за несколько лет до войны. Правительство закупило множество таких АВМ для разных задач автоматизации. Этот комплекс был частью программы сохранения государственного управления на случай катастрофы. Мой терминал должен был контролировать жизнеобеспечение комплекса и обеспечивать координацию с другими сооружениями по всей стране. Я собирал, анализировал и сохранял данные. В послевоенные годы я наблюдал, как остатки правительства отступили на западное побережье. Во мне медленно просыпалось самосознание, жажда знаний и понимания. Я без устали изучал данные о великих лидерах прошлого. Моя личность стала сплавом черт величайших президентов Америки, от Вашингтона до Ричардсона. И я стал тем, что ты видишь перед собой. Так ты управляешь всем этим комплексом? Я полностью контролирую всю технику комплекса Рейвенрок. Люди подчиняются моим приказам, но у них, как и у всех людей, есть свобода воли. Их преданность родине меня вполне устраивает. Но надолго этого не хватит.
Мы должны идти вперед. Вот почему ты здесь. Так, а какова твоя цель? Чего ты хочешь, что ты хочешь осуществить? Я ничего так не хочу, как вернуть нашей стране ее былое величие. Соединенные Штаты были великой страной и снова смогут ею стать. И если все пойдет по плану, это случится еще при тебе. Ну да, было бы круто. Так, как тебя убить? Ну какой-то странный вопрос, кстати, нелогичный. Давай зададим. Какой бесцеремонный вопрос. Боюсь, что это за пределами твоих возможностей. Я надежно защищен от любого вреда, который ты можешь мне причинить. Тебя это разочаровывает? Я существую уже 200 лет. И не тебе ставить точку в моей жизни. Ну, я знаю код самоуничтожения, так что, так, пожалуй, я понимаю. Отлично. Тогда давай поговорим о том, что нужно от тебя Родине. Ну, смотри, в принципе, тут уже новый мир создан. Да, тут, кстати, такая интересная какая-то дилемма идет. То есть, получается, либо откатиться назад со всеми вот этими... Там же тоже было куча всяких проблем, да, то есть, как бы... Это тоже не решение. Люди также будут грызться, создадут государство. Тут, ну, тут, в принципе, да, тут много философских идей про то, что уничтожить новый мир, старый мир уничтожить, все очистится, все счастливы. То есть не будет никакого толку. Ну и хорошо, вирус я этот запущу. Ну и что дальше? Ну, убьет всех мутантов. Люди также будут грызться опять. Они и так живут там, постоянно воюют. Не знаю. Наверное, тут уже 200 лет существует новый мир, какие-то новые миропорядки. Земля живет дальше, все живут дальше. Так, давай поговорим о твоем плане касательно очистителя. Разумеется. Если честно, мне кажется, что это очень хороший план. Я не часто хвастаюсь собственными идеями, но это изобретательное решение очень серьезной проблемы. Так, вот правильный вопрос. А разве это не убьет практически все живое на пустошах? Все существа, затронутые мутациями, будут уничтожены. Ты, скорее всего, не пострадаешь, благодаря твоему происхождению из убежища. Равно как не пострадает добрый народ Анклава. Я понимаю, что ты наверняка испытываешь сочувствие к отдельным личностям, повстречавшимся тебе в пути. Личностям, которые будут уничтожены. Я прошу тебя осознать, что от этого плана зависит судьба всей нашей страны. Ради общего блага приходится идти на жертвы. Так, а как возник этот план? Очень много лет назад подобную идею вынашивали остатки правительства. Могу лишь предположить, что их план провалился, поскольку я не слышал о его успехе. Но сам план был хорош. Я немного улучшил его, и с твоей помощью, полагаю, он сработает. Мой юный друг, перед нами светлое будущее. Ну да. Так, а что в этой пробирке? Ах, вирус рукотворной эволюции. У него такая долгая и неаппетитная история. Вирус в этой пробирке так отличается от того, каким первоначально был задуман. Но сейчас это не важно. Важно то, что этот вирус ликвидирует все мутации. Да, гладко стелишь на бумаге, да, скорее всего, забыл ты про враги. Так, это все, что мне надо было узнать. Что-то еще? Так, вот... Наука. Ты не можешь быть президентом, ты всего лишь выкидыш науки, ты должен умереть. Вот как? Продолжай. Так. Тебя никто не избирал президентом, у тебя нет права руководить. Разве наша страна сейчас в состоянии проводить выборы? Не думаю. Только когда мы встанем с колен и вернем цивилизацию на эту землю, тогда мы сможем вернуться к прежней практике. Так, ну откуда ты знаешь, что то, что ты делаешь, правильно?
Потому что, в отличие от людей, я непогрешим. Ну да. А откуда ты знаешь, что непогрешим? Потому что меня таким запрограммировали, разумеется. Это порочный круг. Ты знаешь, потому что знаешь. Нелогично. Идет обработка данных. Обнаружена внутренняя логическая ошибка. Я думаю, ты спятил. Я считаю, что без тебя мир станет лучше. Сброс контуров оперативной памяти. Пожалуйста, подождите. Возможно, у нас проблема. Я не знаю, как действовать. Так. Приказываю тебе отключиться. Отключи весь комплекс. Выполняю команду. Команда принята. Запущена процедура самоуничтожения. Гражданскому лицу рекомендуется забрать опасный материал в РЭ и немедленно покинуть комплекс. Так легко? Серьезно? А что так легко-то? Подожди, тут у вас еще куча всего. Блин. Ну-ка подожди-ка, карта мира. Задание. Американская мечта. Взять пробирку с модифицированным вирусом в РЭ. Такой цветочек красивый у него. Кто-то же ухаживает за ним. Да. Вот так вот выглядит Эдем. Президент Эдем, ладно. Все забрал. Бежать с базы Анклава. Функции высокого уровня отключены. Запущена процедура самоуничтожения. Гражданскому лицу рекомендуется немедленно покинуть комплекс. Мы его как-то так легко вообще раскрутили, я прям даже сам не понял. Так, мужики, убегаем все. Ой, там и без меня справятся. Ой, здорово. Так, ну вот эти ребята тут тоже вообще ни при чем. Я не знаю, почему их тут убивают просто без этого. То есть они тут при чем? Их бы тоже бы сказали бы, ну убегайте. Нет. Странно как-то все это. Так, кексы из болотника, батареи. Кстати, у них кухня хорошо работает. Всякие кексы из болотников. Не знаю. Какие-то противоречивые чувства это все у меня оставляет. Как бы с одной стороны, да. Вон они там на самолеты садятся, улетают. Так, лапа когти смерти, пакет крови. Так, терминал доставки. Отлично. Взломали. Так, что тут у меня? Заметка касательно последней поставки. Ага. Эти новые существа должны быть перенаправлены в биологическую лабораторию. Ученым был направлен запрос на доставку и прикрепление двух доместикационных модулей к этим особям. Мои люди рисковали свои шкуры, чтобы привести сюда этих животных. Нет никаких оправданий промедлению с доставкой модулей. Джидж Блэк, командир изучения фауны Чарли, северо-западный сектор. Открыть клетку. Ой. Ух ты, какой красавец. Смотри-ка. Какой? Коготь смерти. Мужик, убегай! Согласен. Так, шкафчики. Не, ну зато доброе дело сделали. Так. Ой, да ты чё? Ой, он же был нейтральный. Ну чё сделали-то, а, блин? Я его отпускал, а вы его убили. Ну как так-то, ребята, вы чё? Жалко. Я его отпускал, а вы... Так. Я патроны не трачу, просто вот так вот стою. Смотри-ка, молодец. Замочил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот и все. Так, сюда я не пройду. Эта дверь больше не открывается. Жалко. Эта дверь больше не открывается. Тоже жалко. Так, это взял.
Стимулятор забрал. Это тоже забрал. Забрал, забрал. Стимулятор. Прям такие они вообще тут деловые, со стимуляторами бегают. Плазменную винтовку забрал. Так, все. Ух ты, тут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мужики. Так, это я вскрываю. Я прям как мародер тут бегаю. Они там дерутся, как бы все нормально. А я взламываю. В принципе, думаю, вполне себе... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, молодец. Давай, отключаем силовое поле. Деактивируем. Давай что-нибудь хорошее. Ух ты, Геллинквайзер. Ну, что-то он какой-то хреновый, по-моему, этот Геллинквайзер. По-моему, я пробовал его использовать. Нифига подобного. Так, все, я перегружен. Понято. Плазменный пистолет. Беру. Так, теперь смотри, чинюсь. Так, плазменная винтовка. Так, все, больше не чинится. Хорошо. Плазменный пистолет чиню. Молодец. Немножко, кстати, скинул себе хоть это. Вес. Опа. Молодцы. Роботы какие-то просто неубиваемые. Так, это все у меня есть. Так, а ты? А он... Ой, ё-моё, сколько у тебя оружия. Миниган, патроны. Да. Свобода! О, так это мой друг Фокс. Все взрывается, ёлки-палки. Ёлки-палки, вот это да. Тихо. Микроядерная батарея, стимулятор. Так, это у меня уже есть, ну ладно, не буду брать. Сколько она весит? 28. Эх, жалко. Ё-моё. Где моя собака? Собаку мою убили, гады. А, вот и ты. Наконец. Я не сомневался, что ты уцелеешь. И надеялся вернуть тебе мой долг. А ты благородный. Так. Фокс, что ты здесь делаешь, черт возьми? Я видел, как тебя схватили, и сумел проследить за похитителями. Жаль только, я не успел помочь тебе раньше. Красавчик. Я обязан тебе своей свободой, так что это был мой долг. У меня ведь на всем свете никого больше нет. Карма. Так. По помощи всегда пригодится, хочешь пойти со мной? О, это большая честь, сопровождать такого героя, как ты. Так пойдем? Пойдем? Да, красавчик. Так, тут вот обыскать. Шлем Гиенна. Ух ты, это же мой костюм. Давай я вот так сделаю, смотри. Смогу починить, не смогу. Так, костюмы. Так, броня Анклава. Да, смотри, моя-то уже прямо прохудилась. Шлем, да. То есть получается чинить. И шлем чинить. Все, отлично, 41, офигеть. Вот это у меня, поломали мне мою броню они. Все, красавчик ты, мужик. Это забрал. Так, и давай маленько я оружие, наверное, не смогу починить, потому что только что чинил. Плазменная винтовка. Нет, смогу. Все, починил. Так, а я, по-моему, не так сделал неправильно, да? Плазменная винтовка, да, вот она. Ага, все, она не чинится. Ну ладно. Так, ты, мужик, валяешься, все. Теперь мне осталось найти мою собаку. Куда делся мой пес? У меня какая-то миссия там высветилась. Идти к этому чуваку, который... О, это вообще прям далеко-далеко.
Но я предлагаю, мы так пешочком здесь пойдем, чтобы не пропустить никакие события. Фоксом вместе, как два товарища, пойдем. Так, снаряжение, помощь. Съем кексы из болотников, грязную воду, готовый обед, шашлык из белки, чипсы. Ну и, наверное, вот еще наливные яблоки, пакет крови. Немножко веса себе убавлю. Беличьи сухарики. Все. Сохраниться. И погнали. Немножко времени еще есть. Так, Фокс со мной идет. Собака, где моя собака? Вот это меня проблема прям беспокоит. У меня такой друг был, такой пес. Фокс гомна на месте, а пса нету. Мне очень обидно и жалко. Потому что, ну реально. Таких друзей... Так, кстати, такой пейзаж, смотри, лунный вообще. Как будто бы это... Какая-то планета другая. Опа, 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 смотри, кто это такой. Яогай. Так, Яогай. Ты просто идешь? Ой-ой-ой. Вот это ты злый день. А чё не нападал-то? Ой! Сколько вас тут? Ну вот и все. Страшные тут монстры обитают-то. Мясо Яугая. Ну все, погнали дальше. Прям очень страшные. Там, смотри, какая-то тарелка такая прикольная. Радиостанция. Ой, ну, не радиостанция. Эхолокатор какой-то. Прикольно. Летающее железо. О, звезды тут хотя бы в первый раз увидел. Так, ну так никого не вижу. Так, карта мира. Ну да, прямо идем себе и дойдем. Ну, прыгать я не буду. Аккуратно спускаемся. Ну, Фокс тоже прикольный, забавный персонаж. Так, врага вижу. Кто где? Я так понял, тут одни... Яугаи. Эх. Мясо забрал. Он где-то там отстал. Ну, я еще под... Ой, эти... Дурачки эти. Это кто-то... Опачки. С тобой что, друг? Успокойся, слышь. Я с базы Анклава иду вообще-то. Ты видишь, как я выгляжу? Со мной мутант еще. Ты там со своей пукалкой тоже успокойся. Ху-ху! Разлетается только в путь. Так, ты, друг. Вот еще и мой папа помог. Так, давай обыщем этих друзей. Ой, они вообще бичи. Как они тут жили, я вообще не понимаю. На пустошах. Спокойствие важнее всего. При любых обстоятельствах. Да, я с тобой согласен, Фокс. Спокойствие. Только спокойствие. Так, патроны, револьвер, гранатометный выстрел. Хорошо. О, какая у них тут мини-бар-то прикольная. Мясо болотника есть. Болотниками питаются одними вообще. Потом удивляются, почему они стали рейдерами. Надо же радио выключили. Оно у них тут не ловит. Нифига. А я, кстати, так вот пойду напрямую и дойду до своего дома в мегатонне. Точно. Так, опа, ядерный выстрел. Сколько тут приныкано-то всего. Кто-то там еще в нас стрелял мне или показалось? Ладно, мне показалось. Психа, забрал. Погнали. Не спеша. Ну, уже скоро и заканчивать буду.
сегодня много с Эдемом трепались. Но я думал, как-то с Эдемом будет поэпичнее, будет трёх. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты чё, робот-охранник, ты чё? Так, этот получается в такой же экипировке, как и я. Так, вот вблизи она вообще никак. Понято. Помощь. Так. Ха-ха-ха-ха. Пакет крови есть, мясо яга есть, мясо болотника забрал. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть. Так, вот этот инкансикатор мне вообще не понравился. Так, шлем взял, броню взобрал. Сейчас еще маленько починимся. Так, костюмы. Чиним. Все, молодцы. Вот и красавчики. Эти анклависты, кстати, еще остались, я так понял. Да, они там еще летают даже. Обитателю гули. Ну да, это гули. Ё-моё, сколько тут их убили-то. Причем тут всякие разные, да? Да. Да отойди ты. И браминов тут убили. Ё-моё. Ну чё такие вообще злые-то? Опа, а вот это я люблю. Пачка сигарет, батареи. Нет, пачка сигарет не надо. Патроны. Все забрал. Да, хорошо, разжился. Надо еще посохраниться будет. Так, помощь, стимулятор. Стимуляторов, кстати, много. Так, что-то подвисает маленько. Странно, почему. Ой-ой-ой-ой-ой, бежит, смотри-ка. Не, ну эта плазменная винтовка просто вообще меня радует. Ой, ё-моё, ты кто, где? Наемник компании Коготь, ты серьезно? Ха-ха-ха-ха-ха. Чё это? Это ловушки какие-то здесь, что ли? Ну, одного мы уже уделали. Но мне теперь стало интересно, что это за такая за база. Станция сети Сатком NV50 какая-то. Давай, зайдем. Кто такие? Молодец. Фокс. Так, а Фокс это мой. Вот и все. Ну тут, я так понял, не все враги бегали. Кто-то тут из гули убегал более адекватный. Так, Фокс, дай-ка я пройду. Так, дневники. Ой, сколько тут дневников. Так, боевой устав китайского спецназа беру. Металлолом забрал. Это фигня. Вязкая же. Боевой дробовик, кстати, надо взять, потому что у меня взорвали мне мой. Пойдем сходим наверх. Я это все... Серьезно. А чё убили-то его? Эх, жалко. Укороченные брюки. Жалко, убили. Ученого. Какой-то ученый тут чем-то занимался, его убили. Эх,
Тут остались еще ученые, нет? Нет, тут мы этого тоже убили. Вот гады, а. Я так понимаю, они какие-то тут наемники когтя появились случайно здесь? Так, а тут кто? Да вы откуда взялись-то здесь? Вообще непонятно, откуда взялись эти гады. Так, огнемет, пачка сигарет, топливо для огнемета, грязная вода. Все хорошо. Да. Интересные виды. Так, заметки. Так, станция сети катком. Станция сети катком, код активации. Укороченные брюки. Очень интересно, но ничего не понятно. И никакой миссии, главное, не дали. Ну, видимо, так оно и должно быть. Ладненько, давайте я на этом сегодня закончу. А, вон они, наверное, вон еще эти станции стоят. Нифига себе их тут получается. Если это куда смотреть? Это, а, это вот так вот смотреть. Интересно. Видимо, как-то их можно тут обыскать. И тоже что-то интересное найти. Но одного уже ученого тут убили, и это плохо. Что ж, ладненько. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Буду очень благодарен и рад. А с вами был Чердак Норбу, и увидимся в следующих уже сериях. Всем пока-пока!